Здравствуйте, я Наталья Некрасова. Продолжаем вязать пледик иллюзион. Сегодня у нас с вами третья часть. Вяжем второй блок деталей. Детали абсолютно аналогичны первому блоку, только немножко меняется местами цвет. Если первый у нас был блок белый, желтый, черный, то второй блок желтый, белый, черный. Меняем их местами. Таких деталей тоже 4. То есть, в отличие от предыдущего, мы желтый и белый поменяли местами. Этот блок будет носить у нас номер 3. Точно так же я нумерую каждую деталь, чтобы они не потерялись в случае, если отойдет булавка. Номер 3. На булавку. Того у меня наличие уже 2 блока.